Пользователи ПК, смартфонов, MP3-плееров и других устройств всегда тщательно подходили к подбору гарнитуры для того, чтобы получить качественный звук. Однако, всегда появляется один и тот же вопрос – какие купить? Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию многофункциональную гарнитуру, которая отлично подойдет для обычных пользователей и для геймеров. Встречайте, перед вами очередная новинка от компании Marva – модель GP001. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице на нашем сайте megaobzor.com, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данным устройством. Гарнитура поставляется в премиальной упаковке из плотного картона с открывающейся передней крышкой. На коробке можно найти всю необходимую информацию о данном устройстве. В комплект поставки входят сама гарнитура, сменные амбушюры, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Marva GP001 придется по душе большинству покупателей своим стильным и агрессивным дизайном. В качестве материала был использован металл и пластик. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Устройство отлично подойдет для геймеров и обычных пользователей, которые ищут современные и недорогостоящие решения. Длина кабеля составляет 1,2 метра, чего вполне достаточно для полноценного использования. На кабеле также находится блок управления со встроенным микрофоном и тремя кнопками управления, регулятор громкости и play-stop. Не понравилось лишь расположение данного блока, оно слишком близко находится к левому наушнику, приходится нажимать на кнопки интуитивно. Порадовало то, что на левом наушнике обосновался съемный регулируемый микрофон. Для подключения используется разъем мини-джек 3,5 мм. Это позволяет отсоединить его, если вы решили, к примеру, выйти на пробежку. Наличие сразу двух микрофонов, как нам кажется, большой плюс. Конструкция наушников удобная, что позволяет не слетать устройству с ушей. Кроме того, вы можете подобрать для себя подходящий размер амбушюр, которые идут в комплектации с устройством. Маленькие, средние и большие. Они выполнены в красном цвете. Чуть ниже динамиков можно увидеть обозначение левого и правого наушника. На одной из граней находится металлическая вставка с логотипом компании-производителя. Правый наушник ничем не отличается от левого, если не считать отсутствие разъема мини-джек. Порадовало то, что данную гарнитуру можно использовать в одной паре с любым устройством. Компьютер, ноутбук, смартфон, планшет, MP3-плеер и так далее. Другими словами, вы получаете под свое управление одно устройство, которое можно использовать во всех случаях жизни, а привлекательный дизайн сумеет подчеркнуть ваш стиль. Другими словами, вы не останетесь без внимания прохожих. Теперь о самом главном – качестве звука. Наверняка большинство покупателей будут сомневаться насчет хорошего звучания. Однако сомнения сразу же пропадут после первого подключения. Несмотря на свою низкую стоимость, устройство выдает отлично настроенный звук, который отлично показывает себя и в компьютерных играх, и в прослушивании музыки. Средние и высокие частоты отлично настроены, что позволяет не упустить ни один момент в своей любимой игре или будь то в музыкальной композиции. Особое внимание следует уделить низким частотам, которые выдают четкие и насыщенные басы. Слушать музыку одно удовольствие. Порой начинает казаться, что в твоем распоряжении флагманская версия гарнитуры, которая стоит немалых денег. Разработчикам Marva GP001 стоит поставить большой плюс в плане качества звучания. Шумоизоляция показывает себя с хорошей стороны. Вас ничто не будет отвлекать от прослушивания музыки или вашей любимой компьютерной игры. Что касается микрофона, то здесь нет ничего необычного. Звук получается немножко приглушенным. В компьютерных играх собеседник слышал нас хорошо. При общении по телефону звук существенно отличается от обычного встроенного микрофона смартфона. Другими словами, качество работы микрофона здесь не главный козырь. Сейчас предлагаем прослушать тест работы микрофона. Проверяем работу на гарнитуре Marva GP001. Раз, 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 два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Попробуем немножко отодвинуть микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Marva GP001. Подведем итоги по многофункциональной гарнитуре Marva GP001. Устройство показало отличные результаты в работе и, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость. Стильный и привлекательный дизайн отлично подойдет для сильной половины человечества, как для любителей занятий спортом, так и для геймеров. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, агрессивный дизайн, съемный микрофон, качество звучания и, конечно же, доступная цена. Существенных минусов, которые повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось. В любом случае, выбор остается за вами. Мы лишь можем показать и рассказать. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.